Я только что поняла идиотизм ситуации, когда я выложила пост про траву, как мне было плохо, а потом сторис. А вы любите киндер, как и я? Какая-то вселенская несправедливость. Только что смотрели новогодние рождественские американские фильмы, там все так красиво, все так украшено, прям хочется туда сразу окунуться. Зашла, блин, к Лыскову в Инстаграм, а у него все в жизни это есть. Кататься на луне и пора. Доброй ночи, котятки.